Сегодня производим ремонт блока ФРМ. Автомобиль X5 E70 кузов. После просадки аккумулятора, естественно, слетели кодировки, стеклоподъемники, фары и так далее не работают. Сейчас мы будем его восстанавливать. Восстанавливать будем с помощью программатора X-ProcBox и программы ФРМ Эдитор. Сейчас мы откроем эту программу. Вот такой вот есть конвертер онлайн. Вот ссылочка на него. По такому адресу он находится. Итак, для начала нам нужно прочитать процессор. Контрольные точки по подключению у нас находятся вот здесь. Вот они. Подключаться будем вот по такому хелпу. Подключение выполнено. X-ProcBox открыт. Нам нужна микросхема MS9S12 XEQ384. Открываем микросхему. Микросхема не защищена. Нам нужно дефлэш. Открываем дефлэш. И нажимаем чтение. Дефлэш у нас сейчас выбрано, 32 килобайта, ее мы и читаем. То есть здесь мы ничего не трогаем. Так, это у нас дефлэш. Дефлэш будет состоять вот из таких вот линейных наборов. Вот она. Сохраняем ее. Все, дефлэш у нас в руках. Теперь нам нужно выбрать EEPROM. Мы выбираем EEPROM. Пробуем его прочитать. EEPROM у нас 4 килобайта. Вот, 4 килобайта. Читать. Вот показал, что верификация error. В каком-то месте с ошибками. Значит, нам сейчас надо стереть этот EEPROM. Так, стерли. Теперь проверим.
Все, EEPROM пустой. Готов к записи. Сейчас мы с помощью программы сделаем из D-Flash EEPROM и сюда его зальем. Итак, открыли наш онлайн-конвертер. Выбираем файл. Вот наш D-Flash. И загружаем. Не забываем здесь поставить галочку. Сегодня мы откроем офлайн версию. Загружаем D-Flash. Он просит сохранить EEPROM. Пишем. Вот он дает данные WIN и так далее, и так далее. Он расшифровал D-Flash. Проверим EEPROM. Помните, какой EEPROM был у нас при чтении. То есть набор разных знаков. Ничего похожего на EEPROM. Вот здесь уже мы видим структуру EEPROM. Смотрим вниз обязательно. Вот, что EEPROM, если хороший, значит внизу есть WIN, номер и так далее. Теперь нам этот EEPROM нужно залить в процессор. Помним, что EEPROM в процессоре у нас уже стерт, поэтому мы открываем наш EEPROM, который мы сделали с помощью конвертера. Вот этот EEPROM. И записываем его в процессор. Все, верификация прошла успешно. EEPROM записан. Можно отдавать ФРМ, ставить в машину, и все будет работать.